Здравствуйте, ребята. Итак, новое прохождение Аттилы. Я думаю, что это прохождение с этим вызовом будет, может стать новой вехой, так сказать, в прохождениях по Аттиле, потому что Аттила необъятная. Уже сколько лет я в нее играю, и все, много-много всякого нового находится постоянно. Но очевидные моменты не раскрываются, ну, просто потому, что они становятся довольно быстро неактуальными в ходе кампании. Теперь же поступил вызов на Божественный Триумф. Большая кампания за Остготов. Опять. Это будет какое? Третье уже прохождение у меня на канале, да? За Остготов. Получается, опять Виталя, Витерций. И это будет Божественный Триумф. Но в чем прикол? Просто сам по себе Божественный Триумф, он достаточно скучный, потому что как бы гораздо раньше можно захватить вообще всю карту к 625 году. И какой смысл как бы выполнять условия Божественного Триумфа, непонятно. Что с этим делать? То есть как бы ёлы-палы. Да, там просто строить ради того, чтобы построить, ради того, чтобы все эти галочки получить. Ну какой смысл, если врагов уже нет? Правильно? Так вот, я придумал, как это дело обойти. И я сейчас скажу в двух словах, а подробно я объясню, когда мы уже будем на стратегической карте. В двух словах, развиваться и захватывать карту мы будем уже после смерти Аттилы. То есть вот как я Аттилу убью, тогда начнем. А подробно, как это все будет происходить, я сейчас объясню, когда уже окажемся на стратегической карте, буквально через минуту. Так, что у нас там? Легенда же. Где у нас вообще? А, вот сложность легенд. Бля, я после китайского Total War начинаю путаться даже здесь. Ну все, это вы все знаете. Тут нечего объяснять. Собственно, наследники Рима мы можем из римских построек нанимать римские войска. Это также влияет на гарнизоны. У нас очень хорошие гарнизоны. Но не знаю, поможет ли нам это в этой кампании или нет. Вот, Божественный Триумф нужен, чтобы посмотреть кучу всяких войск и кучу всяких разных построек. И не только у этой фракции Остготской, но и вообще. Потому что много очень будет фракций довольно развитых. Вообще, карта кампании преобразится до неузнаваемости. Чего вы от ванилки не всегда ждете, особенно учитывая, что гунов не будет на карте. Когда-то ваш народ жил к северу от... Да, иди в жопу. Так вот, значит, в чем за замысел? Значит, сейчас я начинаю кампанию и играю ее, как обычную, с следующими ограничениями. Я имею право захватывать только в следующей провинции. Первая — это Дакия. Целиком я имею право ее захватывать. Вторая — это Фракия. Вот эта провинция. Третья провинция — это Азия. Вот эта провинция. Четвертая провинция — это острова восточные. Пятая провинция — Египет. Шестая провинция — Эфиопия. Далее. Седьмая провинция — это Герциния. Восьмая провинция — это Гатисканза. И девятая провинция — Сканза. То есть я просто перечеркиваю карту пополам. Вот так. Это получается еще раз сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9 провинций. Вот эти 9 провинций я захватываю в обычном режиме. Больше я не имею права захватывать ничего до смерти Аттилы. Когда Аттила умирает, мы начинаем захватывать всю карту. И к 450 году мы должны захватить всю карту и получить Божественный Триумф. Вот, собственно, вызов достаточно просто обозначен. Ничего в нем замудренного нету, там, как мы нанимаем только там определенное количество бичевских отрядов, здесь только это, здесь только то. Нет, никакого изврата. Я очень простые, понятные вызовы, но этот вызов позволит офигенно раскрыть игру, я думаю. И будет довольно интересно вот такую протяженную, как сказать, империю, такое протяженное государство, во-первых, отбиваться от гунов, отбиваться от всех придурков, которые решат, что мы достаточно легкая цель, потому что империя будет небольшой, несмотря на 9 провинций. Но мы, когда мы в высоту вырастем, да, и ну, города раскачаем, там будет попроще. Но поначалу, я думаю, это будет еще то еще приключение. А потом приключение не закончится, потому что нам нужно будет убить гунов, это второй этап. Всех гунов растерзать, убить Аттилу, ну, точнее, нет, убить Аттилу, и можно будет всех остальных захватывать, да?
Но гунов надо будет добить. Я думаю, что они как бы... Ну, что их... Хотя, если они там где-то разбегутся, уже без бессмертия Аттилы их и так добьют. Их же все не любят. Вот. И третий этап — это уже непосредственно захват всей карты и божественный триумф. Вот. Я думаю, что будет интересно. Отлично. Начинаем, опять же, со стартовой позиции с Остготов. У меня здесь, как вы понимаете, с гепидами вроде как дружественные отношения, военный союз у меня с гепидами, охереть. То есть их как бы сразу убивать 10 ходов не очень... 10 ходов убивать их, ну, нельзя. Военный союз — это, конечно, здорово, блин, но... Да. Вот. А убивать мы будем, понятное дело, этих... Византию для начала. И мне надо будет, конечно, Тримонтий забрать. Потому что если я Тримонтий не заберу, то его заберут Вестготы. И получится, что... Они его могут разрушить нахер. В принципе, если я его, например, разграблю, есть шанс, что они его не тронут. То есть я его грабану разок. Вот. Есть шанс, что они его не тронут просто. Потому что, ну, что-то там, денег нет, идите нападайте на Сердику или типа того. То есть мне нужна Фракия. А вот этот парень, он пока наберется, а потом заберет Макрианаполь. Почему так? Потому что, ну, еды нет в Тримонтии. И как бы, если я буду сразу Тримонтии забирать, я останусь без еды, это жопа. Вот. Такие вот приколюхи. Так, поэтому сейчас мы... Сколько мне нужно процентов, чтобы встать в режим лагеря? Это... 25, то есть мне нужно 25%, это... Обратите внимание, кстати, я вот сейчас играю в китайский Total War, и там все завалено цифрами. Там кругом цифры, их просто в рожу тычут вам эти цифры, на, сюка, цифры, жри. Здесь вот очки действия четырьмя прямоугольничками обозначены, и ты, если не дебил, понимаешь, что вот это 25%. А там же прям вот на тебе цифру, на, блядь, на. Так, мне нужна, знаете что? Мне нужен анагр, блин. А... Так, лагерь охотников. Либо я... Дом резчика по дереву, но это очень долго, нет, я не выдержу столько. Дом резчика по дереву — это долго, реально. Так, кузница, стоимость содержания пехоты ближнего боя. Что я хочу изучать-то? Сложно сказать. Прям. Здесь кузница, здесь протекторы доместики, комитаты. Ну да, наверное, вот сюда надо. Комитаты — это полезно. Вот. Значит, становимся в эту самую. Могу ли я на следующий ход атаковать город? Наверное. Без информации. Давай агентика наймем. Пригодится. Итого у меня один агент из возможных. Кстати, семья, да, это очень важно для начала. Это еще же я люблю Аттилу. Слушай, после китайского Total War прям глоток свежего воздуха. Вот. Можешь цифры поставить, можешь их убрать. Ну, я ставлю, конечно, так удобнее, да? Но вообще они, конечно, когда тебе их в рожу тычут. Так, всех назначили. Так, женщины неплохие вроде, да? Верность такая себе. Вот этого можно... Эгика, да? Эгика у нас, кстати, царем был, по-моему, в прошлом прохождении, потому что ВТС я довольно быстро слил. Эгику можно попробовать женить. Верная 16-летняя жена. Это неплохо. 18-летняя повитуха. Кстати, здесь дети именно имеют, ну, как бы, смысл, потому что они успеют... Я же обычно в 425 году в последнее время заканчиваю кампанию, да? А здесь дети именно
успеют вырасти, поэтому давай на грейтунгах лучше. Что этих-то я убивать буду. Это важно, потому что, ну, реально... Вот она, повитуха, шанс появления детей 10%. Честный порядок плюс один, если правит муж. Сам по себе эгика. У него ничего такого. Опыт конницы, как бы обычный. Обычный дядька. Вот. Но если он наплодит детей, то будет неплохо. Этому уже 4 года, этому 3. Дочки, точнее. И здесь реально семья будет иметь большее значение, потому что в такой компании. Потому что 450 года игра продлится. Ну, как минимум. Да нет, конечно, я в 450 думаю, что захвачу всю карту. Так. Ну что, мощь дуба, давай тогда. Нападаем, получается, на... Сейчас, наверное, только наемничков возьму. Да, денег-то нет практически. Надо обязательно наемник с анагром брать, потому что иначе я Константинополь не смогу захватить. Вот. Потом что? Лучников мне хватает. Пикинеров, ну, надо взять, надо. И прощу возьму, потому что без прощи печалька. А это тоже дорогой, но куда деваться. 1900 минус 1800. Да, да, так и живем. Так, что-нибудь строить будем здесь? Наверное, нет, только сносить. Германский отряд конный туда-сюда. Это сносим, торговая площадь. Мы сейчас не будем оседать. Оседать будем на следующий ход. Уже можно сносить. Так, у нас 20 еды. Эта штука еду не дает. Можно ее сносить. Вот это дает еду. 50. Если здесь... Сколько здесь вот это? Лагерь пастухов дает 40. Это дает 50. Если я на десяточку сниму, ничего не произойдет. Тем более, что я сношу лагерь охотников. Поэтому сносим это. Просто нам деньги нужны реально. Без денег жопа. Вот. И теперь атакуем Тримонти. Так, а у нас, подожди... У нас в Восточной Римской империи все нормально. Можно попробовать гунов попросить денег. Или у кого-нибудь. Так, они воюют с вестготами, и с гунами, я больше никого не знаю. Вестготов я хорошо знаю. Вот. Запросить выплату. Что нападать-то бесплатно, правильно? Все, 900 рублей нам дали. Нас, в принципе, это спасет на какое-то время. Берем полную армию, да. Просто разок грабанем. Разочек грабанем. Сыграть самому. Давай, сыграю сам, вырежу это дело. Хочу просто, чтобы по минимуму было вообще потерь. Хотя вот эта дрянь, наверное, с разбегу в меня въедет. Будет неприятно. Честно говоря, вообще понятия не имею, где я 42 человека потерял. У меня такое ощущение, что я как-то сам себя убил. Причем даже не один отряд убил, другой отряд. А как будто вот этот отряд сам себя расстрелял, блядь. Там где-то хуяк, и 5 человек с коней упали. Чего? Непонятно было абсолютно. Или как-то не засчитали, потому что конный разведчик забегает. Вроде как он кинул все свои дротики. Здесь никто не умер. Проходит там несколько секунд, хуяк, 5 человек с коня падают. То есть они там от крови, что ли, истекли, я не понял. Прикольно, конечно, на самом деле. Я бы не сказал, что это не, было не атмосферненько. То есть какое-то время они жили. Этот уже убежал, уже давно. И тут эти начали, короче, валиться. Но это не выглядело как сердечный приступ, они просто так... Как будто от потери крови. Потому что в них явно попали как бы снаряды там, даже торчали, грубо говоря. Это тебе не этот самый, не китайщина какая-то. Но я такую фигню наблюдаю нечасто. Так, все, разбираем Тримонти, да, и по идее, они не должны его ломать, потому что, ну, скучно. Да, я же уже разграбил, денег нет, поэтому зачем? Берем волка-ворона, это Сафракс, это, кстати, кто такой? А, вот. Надо бы его поменять, что он на самом деле. Эгику, может быть, мы сделаем губернатором, кстати говоря. Плюс один порядок. Почему бы нет? Нагиламир, кстати. Он у нас как вообще? Боевой дух при атаке.
Честолюбивая жена. Угу. Угу. Ну, не знаю. Верность мне не нравится. А сколько у него личная верность Гиломира? Личная верность 5. Ну, то есть по факту получается 4, да? Но это мало. Ну, как бы ладно, она не сильно, наверное, повлияет. Просто женить его на ком-то другом. А кто у нас есть? Там были какие-то девки, но они такие тоже. Хитрости, по-моему, ни у кого не было. Так. Можно поставить, кстати, большие налоги, потому что мне ничего не мешает. Да, ну что я деньги терять буду? Они же только на сплоченность влияют сейчас. 4 хода мятеж, да, ну? Так, мы здесь сносим кучу всякого. Больше ничего нанимать не сможем, но мне плевать. Можно германский отряд будет нанять. Не буду. Сейчас мне не надо, если останется, если никто не возьмет. То ок. Улучшаются отношения с гунами. Надо с ними мир пока заключить. Нет смысла с ними воевать. И, наверное, конец хода получается. Сейчас, если Вестгот... Да, он не стал нападать на Тримонтии. Отлично. Отлично, да. Он пошел в другую провинцию. И это очень хорошо. А эти, надеюсь, Восточная Римская империя отстроит обратно этот Тримонтий. Вот, а мы сейчас пойдем на Константинополь. Я не знаю, дотянемся, не дотянемся. Посмотрим. Стоим в упор. Так, ладно, давай. Пока окружи, сейчас глянем вообще, что происходит. Макрианаполь, да, нам надо атаковать. Нет, нам не дали. Возьму других наемников. Вот, Макрианаполь. Да, здесь есть поля. Поля дают нам 42 еды, то есть уже кое-что. Тримонти надо забирать. Твари могут здесь устроить, конечно. Хотя, с другой стороны, может, он его починит сначала. А, я не достаю все равно, видишь, до Константинополя. Захочет он Тримонти атаковать или нет? Они скупы проатаковали. Я не знаю, это опасно. Правда, опасно, блин. Лучше забрать, конечно, потому что он сейчас через реку там пойдет, никуда не достанет. Давай, забираем. А, стоп. Я понял. Блин. Мне бы снести вот это все, получить бабки. Я очень надеюсь, что он Тримонти не заберет. Потому что если он это сделает, это будет печалька большая. А если я сейчас захвачу Макрианаполь, то я ничего не успею захватить. Что делать? Агента надо двигать, вот что делать. Если там никого нет, то можно подождать. Никого не вижу. Если здесь никого нет, то все норм. У нас здесь торговля, особняк. Так, ну тогда ждем. Торговую площадь сносим, лагерь охотников сносим, стадо овец сносим. Двигаемся вот сюда. Вот, сносим все это дело. На следующий ход атакуем этот самый Константинополь с Анагром вместе. Если он сюда армию притащит, ну, тем хуже ему. Тримонтий разграблен, и я надеюсь, что он не интересен Вестготам. Очень надеюсь на это. Минус 2 куска, да, это много. Блин, мне бабки нужны. И ждем. Все, ничего не буду делать сейчас. Пока ничего не буду делать. Слушай, а бастарны не хотите?
Вестготы. Гепиды. Ладно. Он не может развестись с ней, потому что не хватает. Так, а может мы ее сможем убить? Как вы думаете? Потому что развод, вот прям... Где это? Вот. Это 20 очков влияния надо. Она, короче, личное влияние плюс 3 за ход. У нее сейчас влияние 13. А, ну так осталось 3 хода, по сути. Окей, мы подождем. Через 3 хода я все-таки попробую развод сделать. Верность это плохо, а мы можем какую-нибудь хорошую жену получить. Ну что, рискнем? Давай. Давайте рисковать. Ушел. Отлично. Освободил скупы. Отлично. Так. Вот, он армию привел, но тем хуже для него. Я убью ее прямо в Константинополе. Константинополь у электронного болвана берется очень легко. О, блять. А я не могу. Я же снес все рынки. Черт. Ну ладно. Чего ж теперь? Ну все, теперь, значит, захватываем. Больше ждать нельзя. Берем тогда. Константинополь. Здесь, кстати, царь сидит. Флавий Аркадий, бедняга. Наемников нет. Забираем еще и Макрианаполь. Разграбить, оккупировать не надо, просто оккупировать. Ну, даже еда есть, прикиньте. Цена ремонта. Я не могу еду поставить, потому что... Дает гарнизон готские новобранцы. 300 от производства. Константинополя мне надо будет сделать рыбу, по крайней мере, пока что. Потому что здесь минус 150 еды, это охереть просто можно. И поля надо будет, наверное, делать прямо в Константинополе. Так. Кизик. Мы тоже имеем право захватывать, эту Эфинию нет. Можно будет ее сломать, конечно. Можно просто мир заключить. Хотя мир заключать нам не надо, пока мы не забрали здесь все. Угу, можно лимитанов делать. Скоро комитатов можно будет делать. Так, это у нас Витерций. Давай, исследование поднимем. Хотя это исследование, наверное, ему не надо сейчас пока что. Просто хитрость. Вот. Сафракс. Тетки 16. Да-да-да, она скоро уже. И захватываем Константинополь. Блин, жалко, что я не могу перестроить поля вот эти. Это сколько сейчас еды получается? Ну, в принципе, это будет 42 еды. 42 еды это неплохо. Я быстренько здесь поставлю поля. Здесь будут большие проблемы с едой, к сожалению. Честно, порядок минус 20. Будет восстание однозначно. Но у меня две армии, отобьемся как-нибудь. Единственное, что бабки кончатся. Налоги отключать, наверное, будет нельзя. Но я уберу на анагр здесь. Анагр мне пока не нужен будет. Я здесь ставлю свою анагршную. Мы сразу начнем дом резчика по дереву. Я как раз туда изучаюсь. В эту сторону. Забираем.
Так, так, так. Двойные стены, это круто. Ни хера себе тут. Да, это просто третьего уровня город. Вот. Сейчас побежит туда наемный германский конный разбойник, которого я распущу, наверное, после этого. Германский конный отряд. Германский конный отряд. Ок. Наемный германский конный отряд. Потому что мы его тоже, наверное, распустим, скорее всего. Двумя отрядами мне, наверное, не захватить. К сожалению, блин. Ладно, давай всю конину туда просто отправим. Все. Хрен с ним. Вот эти все штуки, дрюки. О, да. По мне сейчас, блин, прилетит все, что... Все, что угодно. Вот оно летит, собственно. По кому он стреляет? Враг на подходе. Понять бы, да? По лучнику он стреляет, ладно. Он гасит по лучнику. Они перепрыгивают через эти заборы. У них бег с препятствиями сейчас, видишь? Поэтому немножко все по-тормознутому. Если он переагрится по пехоте, то мне придется быстро реагировать. Но пока все нормально. Лишние потери мне ни к чему, как вы понимаете. Поэтому играем аккуратно. Мы ж не хохлы какие-нибудь. Так. Оп. Все. Все, шикарно. Эти, наверное, скорее всего, пойдут. Стрельнуть. Блять. О. Короче, ломаем. Там никаких проблем. Да, все нормально. Там никаких проблем. Никто меня не бьет. Когда бывает, ты на Константинополь берешь, там огромный флот, и он там начинает агриться на тех, кто на берегу стоит, и этим неинтересно. Они побыстрее домой и в домик. Ворота, в смысле, и в домик. Вот. Тут моя задача сломать, забрать площадь и объявить, что власть меняется, как говорится. Либо присягайте, либо валите. Чемодан, вокзал, Вифиния. Так. Ворота рухнули! Хорошо. Теперь попробуем уменьшить расходы. Бля, надо было сразу так стрелять. Тогда бы я целился. Видите как? То есть, вроде бы одна и та же текстура, но я не могу правее поставить. Он начинает скакать. О, здесь на крышу прям нормально. Блять, ненормально. Перелеты. Любое уничтожение башни уменьшает количество потерь моих конников. Я не то чтобы прям переживал, я наемников все равно распущу, но наверняка прилетит и не по наемникам. Все, ломаем, мы же крышу проломили, елы-палы. Давай, вся башня рухнула, крышу проломили, башня рухнула. Чё? Отлично! Логично, что так. Другую, если взять, не помогает особо. Отсюда. О! Вот хорошо. Здесь очень много складывается, блин, говна, которое
кривой рельеф местности. Моей, на которой анагр стоит, кривой рельеф местности, на которой вышка стоит, сама вышка и траектория снаряда. И вот это вот все вместе складывается, и вот в такую вот интересную канитель, когда, по идее, ты попадать не должен, но ты попадаешь за счет того, что снаряд промахивается. То есть, по сути, ты мажешь, но попадаешь. И я везде промазал. Ну и ладно. Так. Что я могу сказать? Иди умирай тогда. Я все равно этот нагр буду распускать. Поэтому он сейчас идет и захватывает площадь. Ой, не площадь, а вот эту фигню. Если не получится, я туда отправлю еще коня, которого не жалко. Здесь церковь стоит какая-то. Яйца красим. А на Пасху? Попробуем поворачиваться от вышки. Технически ничем не отличается от любого другого лучника. Если сюда встать, он даже стрелять не может. А! Надо было сразу сюда вставать и не умирать. Сейчас сломается. Нет, я думал, он сейчас обломками заденет. Нормально. Передавай сюда. Ну, падла здесь попадает. Здесь будем бегать, значит. Пытаются спастись бегством. Давай, давай, давай. Ай, попал. Ай, попал. Наши бегут. Сражайтесь, проклятые трусы. Наверное, с третьего раза не получится. Прилетело в наемника, прилетело в германский отряд, блядь. Иди добей его. Все. Их башня рухнула! Отлично! Может быть, и не надо было. Может быть, лучше надо было просто убежать и все. Или отправить один отряд, но я уже поторопился. Так, кто там на площади, показывайте. Никого, что ли? Окей. Мы берем точку победы! Как скажешь. Так, это у нас наемники. Их вперед, если кто-то прибежит, то мы встретим. Так, прибежать могут отсюда еще. И отсюда. Отсюда вряд ли. Точка победы стала нашей! Ты же эксперт по захвате Константинополя. Так, а где у них баррикада? Где-то там. Вот она. Ладно, ждем. Все. Это победа. Ну, им надо реально много очень войск, чтобы держать Константинополь. Он не понимает, как это делать. По сути, мы с черного хода зашли, забрали, да? Так. Еды нет, минус 127, ожидаемо. Вопросики. Хотим ли мы менять религию? Че?
А. Сейчас у нас арианство, да? Арианство нам что дает? Религиозное влияние плюс один для арианства все регионы. Арианская патриархальная церковь. Арианская патриархальная церковь — это просто... Да все то же самое. Престол Пентахии, религия, город. Арианский скит дает пищу. Богатство земледельческих животноводческих построек. На церковь, ну просто церковь. Я, пожалуй, буду менять религию все-таки. На греческое христианство. Будем православными. Все, мы греки. У нас греческая патриархальная церковь. Все, чиним. Так, когорта, легковооруженная пехота. Надо нам это? Нет. Не надо. А че, смотря на воду, я же его чинил вроде, нет? Отменил, что ли? А, после того, как я поменял религию, все сбросилось. Че за так тупо-то, зачем? Мастерская ремесленника верните. Наверное, пока пас. Стоимость обслуживания очень большая. Сейчас я найму этих самых жрецов. Их, по-моему, два можно сделать, да? О, можно еще этих ребят сделать. Что у нас тут? Надо двоих делать, потому что... Я сейчас снесу, и потом нельзя будет. Так, старейшина, 1000. И хранители легенд, 1200. А, да? Подожди, у меня же был империи. Куда дели? А, империи понизился из-за того, что... Ну, ёпта. Ну, ладно. Империи понизился, по всей видимости. Ладно, общественный порядок взяли, то хорошо. Так, нет, наемники с анагром убираем, так же, как наемные германские разбойники. Наемный германский отряд 250 стоит. Тоже слишком люто. Наемные германские конные разбойники свободны. Вот. Теперь хватит. Так, и что, воители севера, наверное? Да, наверное, пойдем воители севера. Все, Тримонти, Никомедия, это что? Легион Фульмината. Угу. Пока нам хватит. Да, я здесь могу всякие когорты делать, я знаю, но я сношу эту дрянь, когорты делать не смогу. Вы, пожалуйста, мне там... О, в Кизике, в Азии, да, Азия, это буду я захватывать, поэтому мне, пожалуйста, постройте военных построек здесь, да, каких-нибудь интересных. Так, ну все, этот, наверное, ему не интересно до Тримонтия идти, а отсюда мы как раз дойдем, должны, по крайней мере. Давай сюда. Будем смотреть. И здесь легион в Эфесе, да. Форум, часовня, кстати. Вот они могут здесь построить это дело подальше. И мы потом еще наймем что-нибудь. Так, минус 127. Сведения пищи — это очень плохо. Это означает, что нужно отключать налог. Минус 2000. Пипец, блин. Что делать? Ну, то есть я еды немножечко от полей получу. Можно снести урбс. Просто... Не хочется. Вот в чем прикол. Сносить урбс не хочется. Тут реально каждый город дает больше гарнизона. Просто сотка — это много очень. Ну, придется. Что сделаешь? Придется.
Иначе никак. Ну, просто еды нету. Ну, нету и все. Вот что ты сделал? 127 гейс только возьму. Это пиздец. Здесь я, конечно, начну делать. Но до второго уровня мне придется снести все равно. Налог пока отключаем. Да, деньги сейчас утекут. Ну, что делать? Гритунги, давай торговать. Хорошо. Гуны. Нет, мира не будет. Ну ладно. А, губер, точно. Губернатор я хотел поставить Эгику. Он не наследник ни разу, кстати. Давай его во фраке. Так. Рост стоимости строительства. Изменение, кстати, минус 35. Интересно. Уровень сплоченности опасно низок. У кого? Мощь дуба здесь. У терция? Ну, нормально вроде. Аланы. Визготы уже пошли к Западно-Римской империи. Отлично. Неплохо. Музыка такая, как будто, блин, из фильма «Хищник». Фузи Трайп, так. Угу. Ну что, пришлось снести. Гарнизон по-прежнему охеренный, так что ладно. Так уж и быть здесь. Получается, рыбацкие причалы. Эту шнягу сносим, здесь ставим. 36, это 30, да? А здесь, блин, 42, нифига себе. А если я поставлю сейчас в Константинополе налоги, то это будет минус 78, да. Тут, конечно, не обойдется. А вот эта шняга, санитария минус 9. Охереть. Чего так много? 2, 4. Плохая зима, все понял. Тут наши полномочия все, как говорится, да. С плохой зимой ничего не сделаешь. Тут ноль. Ну, то есть, тут ничего такого. Угу. Сафракс. Эпический поэт. Тач-губернатор, ни хрена у него нет. Честно, порядок плюс один. Что у меня порядком вообще? 26, ни хера себе, много. 26 порядка, это много. Так, вот эта дрянька. Там что-то такое. Бах, и пойдем заберем Тримонти. Полную провинцию. А, блядь, этот умудрился его пограбить. Хорошо, не захватил, слушай, я бы очень расстроился. Сучара, блин. Так, ну зато он его размотал, блин, в каках. О, здесь фонтан есть, хорошо. Это мне поможет. Блядь, что, серьезно, что ли? Поврежденная постройка, ладно. А здесь? Разрушенное здание. Придется чинить. Ну, ты, кстати, да. Ну, тварь, ну. Так, на следующий ход. Еды-то больше не станет ни разу. Еды станет через 4 хода, через 4 года только, блин, меня я по деньгам просяду очень сильно. 1500. Вот эти по 137, если что.
Они очень дорогие германские разбийники эти. А как бы сносить-то и нечего вроде как. А, ну вот я сношу здесь греческую патриархальную часовню дурацкую. Может, мне на один ход и хватит еще. Но не более того. Блин, снести еще один муниципий, что ли? Так не хочется. Балиметана, два Сагитария. Там все равно армия сидит, бляха-муха. Ну, придется, ну, не делать нечего. К сожалению, придется. Том отстроим. Да, Мавию освободили. Много фракций вокруг плодится. Ну, мне впервые плевать. Плодитесь и размножайтесь. Господь завещал. Хотел сказать делиться. Ебаться. Господь завещал ебаться. О, Стилихон пришел. Подрались с вестготами, поди ж ты. Против кого? Еще похер ваши проблемы. У нас свои интересы. Договор не нападение. Конечно. Конечно, чё нет-то? Так, у меня есть какие-нибудь товары? Импорт вино? Нет у меня никаких товаров. Вот. Так, ну что, это само починится? Так, смотри, 1300, тен-тен-тен. Прикольно. Ну, тут, наверное, надо... Ух ты. Тут, наверное, надо амбар ставить. Ну, санитарию-то надо как-то поднимать. Заодно еду, да? Так, на следующий ход будет, возможно, дом резчика по дереву поставить. Вот, я смогу нанимать амбары германских стрелков. Плюс это еще гарнизончика добавит чуть-чуть. Так. Че, ну, наверное, грабежом займемся. Че у нас, Сердика? Я не знаю, что здесь. И это как бы неправильно. Поэтому... Давай. Нам надо знать, что там. Пойдем в Салоники. Я сейчас не буду выходить, пока Салоники... Хотя, я ж могу Салоники разграбить. С другой стороны, почему бы нет. В Сердике же никого. Здесь никто никому не угрожает. Поэтому мы сейчас просто берем его в осаду. У меня нету анагра, я понимаю, да? Но что делать-то? Мы и без анагра могем. Вот, здесь 8 порядка, мне этого хватает. Глинника я делать, наверное, не буду. Мне роста не хватает, да? Угу. Да, кстати, можно воителя нанять, агента? Ну, пока интересных нету. Агентов и вражеских агентов я тоже не вижу, чтобы их можно было переманивать или что-нибудь такое делать, поэтому... Пока не будем. Налоги я пока не включил, поэтому и смысла особо чинить это говно нету. Так, упор налога. Минус 69 будет пища. Сейчас мне на следующий ход добавится 36 еды. А через 3 хода мы все проблемы решим. Но это только через 3 хода. То есть это как бы... Ни хрена не быстро. Вот эти поля еще потом надо будет перестраивать. Аланы колонизировались, да, осели. Виминаки, окей. Замочили. Тут еще какую-то армию. Надо будет про флот подумать. Так, этот пока. Кизик тоже можно брать, помните, да?
Комедию только грабить. Или уничтожить. Но я не хочу уничтожать ничего. Лучше сделать восстание. Найденный клад Аларих. Подданный Аларих. Шахтеры нашли в пещере Таник с большим запасом золота. Как мы поступим с ним? Шахтеры нашли. Ага. Решение этого просто требует участия. Так. Отдать народу сейчас. Люди заслужили право извлечь выгоду из этой находки. Раздели поровну между ними. Так, отдать народу без солдат, покрыть часть сходов на армии. Ну, это, наверное, порядок. У меня порядок есть. Отдать армии, наверное. Давай армии. Мне потому что денег не хватает вообще, капец. Так, есть, поставили. Тогда берем поля. Смотри, починились золотые жилы. 2700 мне не хватает. Смотри, 1000 минус 1300. Но у нас на это дело грабеж запланирован. Разорить. Вот так вот. Разрушители Рима. Так. Еще хитрости, еще атаки. Технологии пока нам не надо. О, тут всякие штуки. Угу, угу. Угу. Прекрасно. Это что дает? Так, стоимость содержания пехоты ближнего боя. Ну давай, хоть какие-то деньги, да? Мы же видим, да, в принципе, что он здесь, поэтому... Я не могу на него воздействовать, к сожалению. А вот этого могу? Чисто, чисто чтобы подкачаться, потому что он чем стоит не подкачанный. Да, красава. Мне нужно, чтобы качаться на пассивке расследования коррупции вот здесь. Хотя я могу преследование засунуть в армию его пока, да? И он будет качаться на преследовании. 200 минус 1300. Да, мне пока хватает денег. И получается, через два хода проблема по еде решится. Пипец, если бы я не сносил, то вообще бы это никогда не решилось. О, тетя еще порядка добавит. Смотри, вдохновление. Вдохновение. Проповедь религии мне пока не нужна. У меня здесь с религией все ок. Но падает, конечно, но не так быстро. Персонажи всего два дают, видишь? Действующие факторы, странно. Конечно, потому что... Это чего это она, собственно? А. То есть она как бы делает проповедь религии, но что-то проповедует хреново. А у меня у этого есть губернатора жена, которая... А, она общественный порядок дает. Все, я перепутал. Значит, вот это только тетка 2 дает. Но она будет 12 давать, когда мы ее качнем. Сейчас пускай чистый порядок дает, это полезнее. Пятнашка. А потом уже добьем. Итак. О. Сафракс, он может уже на старейшину прыгать. Освободить пространство. Эта дура может развестись. Отлично. Мы сейчас никуда не торопимся, нам плевать абсолютно. Как разовьется, так разовьется, все. Смотрим, что делает искусственный интеллект, как он тут вообще, тут государства свои строит. Постепенно, особенно когда мы гунов чпокнем, тут все в норму придет и будет так это, знаете. Заполнится карта, там вот это вот все. Там все эти... Переселение это орд тупорылых закончится, там кого-то я убью. Нужны какие левые войны. Мне сейчас надо
забраться с Восточной Римской империи, насколько я это могу заключить, не нахрен мир, если она еще целая будет. Нет. Оборонительных союзов никаких не будет. Так, развод, отлично. Деньги, наверное, да ёб твою, дебилы, бля. У меня бабки лучше верните. Так, у меня кончились деньги. Окончательно, да? А пища только на следующий ход появится. Так, ну, нет, они не окончательно кончились. Я сейчас сердику пограблю. Все продумано. Это кто? Руфин? Да, конечно. Я уже по оружию узнаю. Узнаю по оружию. 1200. Разграбить. В Тримонте, пожалуйста. Шкардос. 23 порядка. Вот. 2000 минус 1300. На следующий ход я налоги включаю. И у меня еще перестроится. У меня, правда, денег меньше будет. Но... В смысле, меньше, блин. Я сейчас вообще нисколько не получаю. Кстати, у меня не будет дом Злата Кузнеца. Хотя можно выторговать, наверное. Я не знаю. Посмотрим. Тут идем. Вот так. Так. Да. Сканза, Гатисканза, Герциния, Дакия. Дакия, Фракия, Азия, Египет, Эфиопия. А, ну и острова, конечно. Так. Следующий ход, если не возникнет этой чумки, блин, дурацкой, то я закрою по санитарии вопрос. Дом резчика не могу делать. Ну, денег нет. Что тут скажешь? О, Дакия, здорово. Чистолюбивая. Кто это? А, это та дура Витарит. Подожди, подожди. Блять, ёб твою налево в душу мать. Я, по-моему, накосячил, да? А, я с семьи убрал человека. Косяк. Просто выпнул чувака. Ну, давай мы ее сплавим кому-нибудь. Так. Дакию серьезно ее справить? Сплавить? Speak your speech, so that I may go to... Speak, I will listen. Так, а у нас ухудшаются отношения, почему? Странно, ну ладно. Be most welcome. Your words will find an attentive audience. Запросить. Блин, зачем я так сделал? Ну ладно, сейчас посмотрим. Он не пропал, я надеюсь. Да ёптать. 900 не дает. Ну 800-то дашь? Да, 800 дал. Как чела звали? Вот этого. Развод Витарит. Блять, где он? Сразу накосячил, что ли? Витерций, Эгика, Геломир, Тевдис, Сафракс. Куда он делся? Блять. А, это ее зовут Витарит. Сука. На ком она была же? На кто? Геломир был? Кто был ее... Его... Блять, ее муж. Кто был? Не
не помню. Ну ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Так, эти все на должностях, да? Да. А, вообще все, то есть у меня 5 человек. 1, 2, 3, 4. 4 на должностях, да. Короче, эту витарит можно за кого-нибудь отдать. За кого? Sit, friend, and let us talk. And let us have good wine until we can talk no more. Вон за саксов. Ой, блин, за этих, за аланов. Ну, 700 они готовы дать. Sit, friend, бастарны. Let us talk. And let us have good wine until we can talk no more. 700. Greetings, friend. Вестготы. I've called for good ale to ease your throat and ha, ripe women to ease other parts. Вестготы 1200. Ну, вот хорошо. Атаульф. Вот пускай она ему верность подкашивает. Тык. Давай тогда дом резчика. Налоги мы на следующий ход включим, да? Да. Шикарно. Две торговли у нас. 200. Ну, это ни о чем, конечно, но у нас прочные связи пока еще не образовались. Плюс у нас товаров вообще нет никаких. То есть ноль. Эги как губернатор. Угу. У меня сейчас художник появится, кстати. Ну, Фракия довольна, в принципе. О, Сердику Алана забрали. Хорошо. Сейчас мы с ними попробуем поторговать. А эти все никак не осели. Весь год что-то ходит, ходит. Там на освобождали говна. И не осели до сих пор. Сейчас, если он начнет к Азии подбираться... О, там уже, смотри, в Кизике армия какая. Если он начнет к Азии подбираться, мне надо будет раньше это сделать. Никаких оборонительных союзов пока, ребята. Мне вообще ваши проблемы не нужны. Оборонительных союз очень аккуратно надо делать. Так, Дакия. Право прохода. Он хочет право прохода. Ладно. Держи. Договор о ненападении Лирии. Окей. Спасибочки. 1000 минус 1100. Итак, с едой наконец-то разобрались. Отлично. Плюс 3 порядка. 48 еды, 4 куска, 2900. Все шикарно. Футляр с картами, стоимость строительства санитарных построек. Эгика. Угу, да, хорошо. Вот. Так, здесь 17 рыл. Я могу взять наемников и пойти Кизик, например, отпинать, захватить. Сама Константинополь как вообще? Ну, практически восстановился. То есть, если на него будут нападать, то ничего простого не будет для врагов. Крианаполь, конечно, по-хорошему надо перестраивать, но... Тюринги, вандалы, ради бога, там разбирайтесь, вот кто из вас самый крутой. О, Аланы, слушайте, торговля. Наверное, еще не нас покупают, лапти, наверное, какие-нибудь. Но... Тем не менее... Так, в Салониках кто-то есть опять. Легион Адиутрикс. А вы там... Ну, там грабить нечего, не пойду я туда. Так, здесь 16 рыл. Здесь 17. Мне нужно Кизик забрать, потому что если я его не заберу, то они тут будут концентрироваться, вонять, вонять, вонять. Пойдем посмотрим, что там. А, понятно. Миллион комитатов. Ну, очень страшно. Три.
чуть-чуть. Угу. Бля, у меня, правда, армия в основном из застрелов. Как с коммитатами драться, когда у меня кругом застрелы сплошные? Мне бы вот эти вот, вот эту шнягу, чтобы германские копейщики появились вместо. Ну, в принципе, я могу, короче, взять вот эту армию, да, и пойти. Так, вот эта шняга. Их 6 человек, и он что делает? Набирается. Если он на Тримонте нападет там по каким-то количествам. Сколько я могу, кстати? Точно. Я могу здесь армию оставить. У меня же есть еще возможность. Просто небольшую затычку. Кто это будет? Так, Эгика и Витерци — это мои два типа в семье, которые, да? Полководец Сафракс. Эгика — это губернатор. Значит, вот Геламир, государственный деятель, Тевдис. Кто из них кто? Геламир, какая-то разведка, боевой дух чего? При атаке. Угу. Тевдис. Тоже при атаке, ептать. Пять верности. 6 верности. Да, вот этого Геламира, значит, вставляем здесь. Минус 2 порядка, серьезно. Так, давай-ка риторика. Подстрекательство, общественный порядок — это действие. Ну, давай. Заодно поднимем ему рвение. Ей. Так, минус 2. Чё началось-то? Налоги. А, блядь. Извините. У меня ж максимум налоги стояли. Да, теперь понятно. Вот. Теперь, значит, я отдаю германского копейщика, двух германских стрелков. Вот так. Вот. Теперь Тримонти более-менее в безопасности. Теперь мы берем такой инквизик. Здесь наемников нет. Тут, наверное, вот эти штуки мне не нужны. Берем вот этого и вот этого. Унял, да. О, другое дело, да? Так, смотрим, сколько там. Все. Для первой серии этого достаточно. Продолжение, как всегда, смотрят только спонсоры. Ребята, ВКонтакте, в группе ВКонтакте стоит 200 рублей. Дешевле, чем чашка кофе. Для тех, кто в России, можно спокойно смотреть на ВК-видео. Замечательные приложения уже сделали и для Android, и для iPhone. Для Android там есть и плейлисты. Я не знаю, как на iPhone там сделали, не сделали. Вот на Android точно есть уже и плейлисты, и подписки. Там все как в приложении YouTube. Очень удобно. ВК-видео. Вот, поэтому не парьтесь на этот счет. Все можно там подписаться, все четко. Ну, те, кто не в России живет, они могут попробовать на Ютубе стать спонсором и или в Бусти. Вот. Все, всем спасибо, всем пока, лайк, подписка, все дела.